мечеть Тенгкутинга Захара, Масджид Тенка Тенга Захара, в Малайзии, в городе Куала Теренгану, плавает посреди озера. Оттого ее и прозвали плавающей. На самом деле, конечно, мечеть не плавает. Хотя, подобно золотому храму Хармандир Сахиб в индийском Амритсаре, стоит посреди озера. Только в отличие от индийского храма, выстроенного на искусственном озере, малайзийский храм установлен на специальных плавающих платформах. Сооружение это совсем новое, оно было открыто в июне 1995 года. Ныне покойный уже султан, задумавший строительство этой мечети, посвятил ее своей матери. Мечеть сочетает в себе современный мавританский стиль архитектуры, отделанным мрамором, керамикой, мозаикой. Белый цвет здания совсем нетипичен для Малайзии и отсылает, скорее, к Африке или Турции. Она занимает примерно 5 гектаров площади и может вместить одновременно до 2000 молящихся. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.